Вы на канале Техношок. По просьбе подписчиков продолжаю тему о международных выставках. Это вторая часть о выставке Мосбилд. Мосбилд входит в топ-5 строительных выставок мира и поддерживается органами государственной власти, отраслевыми и общественными организациями. Мероприятие считается самым масштабным не только по количеству участников, но и по количеству посетителей. Обширная программа выставки традиционно вызывает огромный интерес у посетителей из разных стран. Выставка Мосбилд получила статус самой крупной в России выставки по теме «Строительство, отделочные материалы и комплектация» во всех номинациях общероссийского рейтинга выставок. Стенды экспонентов были расположены в трех павильонах. Локации выступлений, лекций и интерактивов распределены на 8 контент-площадках. Первое – дизайн-арена, второе – архитектурный лекторий, третье – зал для выступлений Space, четвертое – зона строительных инноваций, пятое – Мосбилд Тренд галерею от АМ Групп, шестое – идеальный дом мульти, седьмое – две фотозоны для экскурсии. В период работы экспозиции была запланирована насыщенно деловая программа – лекции, мастер-классы, круглые столы, экскурсии и многое другое. На площадках выступили более 200 спикеров и пройдено более 90 встреч. Мероприятия выставки помогли обменяться опытом и приобрести нужные бизнес-контакты. На экспозиции предложили свои услуги и свои товары более 1200 ведущих российских и зарубежных компаний из 40 стран. Обычно компании готовят премьеры именно к выставке, ведь презентация на выставке перед целевой аудиторией – самый лучший способ анонса новых коллекций. Вдобавок, работая несколько дней на выставке, проще понять, в каком направлении работают конкуренты и какие новинки они представляют, а также оценить ситуацию в индустрии в целом. На выставке Мосбилд представлена продукция в 15 тематических разделах, которые охватывают все этапы строительства, отделки и декорирования зданий и помещений. Участники выставки – это российские и иностранные производители и поставщики строительных и отделочных материалов. Выставка Мосбилд рекомендуется к посещению тем, кто планирует: первое – закупать товары для стройки и отделки помещений, второе – ознакомиться с модными трендами в индустрии дизайна и декора, третье – сотрудничать с надежными и опытными производителями-поставщиками, дилерами. Четвертое. Разобраться с архитектурными и инженерными инновациями. Пятое. Обеспечить собственное предприятие нужными строительными материалами согласно требованиям заказчика. Компания Плесел ТД представляет нашу эксклюзивную разработку «Защита от выпадения детей» с функцией москитной сетки. Основная конструкция – усиленный профиль, усиленный импост, поликарбонатные ламели, специальная система креплений без сверления оконной рамы, ну и москитная сетка. Пассивная защита работает всегда. В отличие от замков, которые можно забыть, закрыть, можно нечаянно оставить ключи, и замки ограничивают проветривание. Данная система, не надо думать о том, что забыли, не забыли закрыть, и проветривать можно на всю ширину окна. На среднее окно выдерживает 100 кг, тестировали не раз. Находится в Уфе, дилеры по всей России. Обращайтесь к нашим дилерам, можете заказать у нас на свои окна такую защиту. И будьте спокойны. Прозрачная защитная решетка на окно защитит вашего ребенка, даже когда вы не смотрите за ним, и сохранит эстетичный вид окна. Мегафлекс – российский бренд пары гидроизоляционных материалов, ветрозащитных пленок, профилированных мембран. У компании есть филиалы в Москве, Новосибирске, Краснодаре, Уфе и Октябрьском. Производственный парк Мегафлекс
насчитывает 100 единиц современного оборудования, экструзионную линию для получения плоской нити из синтетического сырья, круглоткацкие станки с электронной системой управления, экструзионные ламинационные установки, термоламинаторы для выпуска 2-3-слойных супердиффузионных мембран. Для плоской кровли или с минимальным уклоном используются наплавляемые или обмазочные вещества, а при больших уклонах до 60 градусов можно использовать рулоновые изоляционные материалы. Для обустройства гидроизоляции кровли жилого дома хорошо подходят пленки мембранного типа. Они позволяют задерживать тепло внутри здания и не пропускают внешнюю влагу. Поэтому перед укладкой такого материала его необходимо правильно сориентировать. Гидроизоляционная сторона, указанная производителем на упаковке, обычно это гладкая поверхность, должна быть обращена вверх. Материал укладывается на стропила поперек скату крыши. Укладка начинается от нижнего края крыши к коньку. Рулон раскатывается постепенно, пленка расправляется и прикрепляется к стропилам степлером. Термин «гидроизоляция» говорит сам за себя – защита от влаги. Ассортимент гидроизоляционных материалов довольно широк, и условно его можно разделить на 4 группы. Это первое – пленки, второе – мастики жидкие, третье – листовые, полимерные или металлопрофильные материалы. Четвертое. Рулонные, битумные и полимерные материалы. Пленки производятся из нетканного полипропиленового полотна с особой структурой. Глянцевый верх, не пропускающий воду под кровельный материал, и ворсистый низ, впитывающий конденсат по мере появления и высыхающий естественным путем. Перед употреблением крыши скатного типа обязательным этапом работы является пленочная гидроизоляция. При этом ее не надо путать с пароизоляцией. Пленка для создания парового барьера имеет мелкую перфорацию, обеспечивающую свободное прохождение воздуха, чтобы он не скапливался в виде конденсата на потолке. Укладываются пленки внахлёст не менее 10 см. Зазоры уплотняются скотчем или обычным герметиком. Гидроизоляция под металлочерепицу – это укладка специального материала в подкровельный слой шириной до 3 см. Благодаря водоотталкивающим материалам на основе полиэтиленовых волокон в составе гидроизоляции, она максимально выведет накопившийся конденсат через вентилируемый зазор. Главное преимущество гидроизоляции кровли под металлочерепицу – это предотвращение накопления в утеплителе пара и проникновения в подкровельное пространство грязи, защита утеплителя от гниения, а металлочерепицы – от коррозии. Компания «Мосстрой-31» создана на базе строительного управления номер 31 Треста «Мосстрой-17» главмосстроя. На протяжении более 50 лет управление, выступая в роли генподрядчика, строит жилые дома, здания культурного, общественного и социального назначения, объекты здравоохранения. В частности, строительное управление 31 принимало участие в строительстве таких известных объектов, как гостиница «Украина», экспериментальный район «Северная Чертаново», конно-спортивный комплекс «Битца» и многих других. На сегодня, по оценкам экспертов, компания «Мосстрой-31» занимает более 25% российского и около 50% московского рынка пенополистирола. «Мосстрой-31» является единственным в России компанией, имеющей эксклюзивное право производить политерм по итальянской технологии. Политерм – это гранулы вспененного пенополистирола, обработанные специальным адгезивным клеевым составом AEA, производство итальянской компании Edilteca. Политерм используется в качестве заполнителя полистирол-бетонной смеси. Гранулы политерма непосредственно на объекте смешиваются с цементом и водой в соответствии с рекомендуемой рецептурой. Группа компаний «Мосстрой-31» предлагает вниманию клиентов фасадные элементы, фасадный декор из пенопласта собственного производства, обработанный специальными покрытиями, связующими полимерами, что не только придает декоративным элементам необходимой пластичности, но и предотвращает появление трещин и других дефектов на поверхности изделия. Мы представляем в России компанию
компания Оливари. Оливари – это компания, образованная в 1911 году, Батисте Оливари. Компания семейная, производит только высококачественную фурнитуру из латуни. Сотрудничает со многими известными дизайнерами, такими как Заха Хадид, Рудольфо Дардони, ну и многими другими. Здесь вы видите некоторые фотографии из них. Компания очень сильно бережет свои традиции, поскольку это семейное предприятие. Основана вся компания на трех китах. Это дизайн, качество и сервис. Мы тщательно отслеживаем путь своей продукции до конечного потребителя и бережем наших покупателей. Если что-то происходит не так, мы всегда идем навстречу. Гарантия на нашу продукцию составляет от 10 до 30 лет. Независимо от того, в каком времени она произведена, мы всегда готовы. На протяжении нескольких десятков лет основным видом труб, используемых во всем мире для устройства систем отопления, а также систем водоснабжения и канализации, были металлические трубы. В середине 20 века путем научных достижений человека у нас появились полимерные материалы. На протяжении десятилетий путем испытаний в научных лабораториях и практического использования новых материалов была выведена формула полипропилена ППР высокого качества, который стал идеальным материалом для создания трубопроводных систем под любые нужды человека. Современные технологии проектирования трубопроводных систем берут за основу полипропиленовую трубу, которая выдержит заданное давление, доходящее порой до 20 атмосфер, а также максимальную температурную нагрузку. На заводе «Поток. Трубная компания» впервые в Республике Башкортостан организован полный цикл от изготовления компаунда, производства полипропиленовых труб и фитингов в Уфе, до создания систем водоснабжения и отопления под ключ. Трубы и фитинги из полипропилена ППРС тип 3 предназначены для водяных трубопроводов как с технической, так и с питьевой водой, а также для водоснабжения. Кроме того, в средний слой полипропиленовой трубы на заводе «Поток» добавляют хрустальный ровинг. Таким образом, полипропиленовые трубы, изготовленные на заводе в Уфе, отличаются высокой ударной стойкостью и малым линейным расширением. Завод «Поток» является первым в России предприятием, производящим пластиковую трубу для пожаротушения «Fireproof». Труба имеет исключительный состав, который делает ее действительно невозгораемой и придает ряд дополнительных преимуществ, таких как отсутствие коррозии и исключительная прочность соединения труб и фитингов. Пластиковые трубы Fireproof разработаны специально для создания автоматических водонаполненных и пенных систем пожаротушения и изготовлены из трудновоспламеняемого материала Violen PPR-100. Комбинированные полипропиленовые трубы для систем пожаротушения Fireproof не подвержены коррозии, что исключает засор спринклера ржавчиной, тем самым гарантирует неограниченный срок службы. Kingspan Group – это признанный мировой лидер в области теплоизоляции и ограждающих конструкций для промышленного строительства. По всему миру работают более 130 производственных площадок Kingspan в более чем 60 странах. Здания будущего должны быть устойчивыми к изменениям внешних условий. Они должны уверенно противостоять изменениям климата, применяя ограждающие конструкции с передовыми показателями теплоэффективности. Помимо этого, в них должны использоваться компоненты с минимальным содержанием углерода. Но повышения теплоэффективности недостаточно. Чтобы быть эффективными, здания должны будут сами вырабатывать возобновляемую энергию для своих нужд. Современные здания должны впечатлять своей архитектурой, быть безопасными для здоровья, используя дневной свет и свежий чистый воздух. Kingspan фасады – это отдельный бизнес в группе компаний Kingspan. Архитектурные фасады монтируются на несущие сэндвич-панели Kingspan Carrier и могут быть выполнены с применением различных видов теплоизоляционного сердечника. Вентилируемые фасадные кассеты Kingspan Dry Design крепятся непосредственно к стеновым сэндвич-панелям Carrier и могут быть выполнены в различных вариантах металлического или либо полимерного покрытия. Вентилируемые фасадные кассеты представляют архитекторам исключительные возможности для воплощения дизайнерских идей,
а также позволяют добиться превосходных характеристик теплоизоляционных и противопожарных свойств. Компания Альсид – это искусственные цветы, зелень, товары для декора, товары для флористов. Имеется собственное производство искусственных деревьев всех размеров и форм. Компания Альсид работает с 1997 года. На сегодняшний день площадь торговых и выставочных залов более 2500 квадратных метров. Soft Tray – это готовое решение для пола в зоне душа. Покрытие разработано совместно с концерном Bayer. Имеет надежную систему слива воды, которая исключает образование луж в душе и протечек к соседям. Soft Tray – это мягкое и антискользящее напольное покрытие, которое обеспечивает максимальную травмобезопасность в зоне душа. Современный дизайн Soft Tray и возможность придать полу практически любую форму во время монтажа позволяет вписать его почти в любой интерьер. Пол Soft Tray можно резать под любую форму и размер. Это то, что делает эту систему для душа уникальной, так как материал можно отрезать под любой размер имеющегося душевого пространства, причем это делается прямо во время монтажа изделия. По своим характеристикам материал пола для душа Soft Tray схож с природным каучуком. Благодаря этому он сдерживает тепло и по ощущениям немного теплее температуру ванной комнаты. Компания Flamman предлагает самые передовые, технологичные, надежные и безопасные решения каминной тематики. Производители, чью продукцию Flamman представляет в России, являются законодателями мирового каминного рынка. Так, компания напрямую поставляет дровяные, газовые, топки и печи, биокамины, лидеры каминного рынка Европы SparTherm. Является официальным представителем ведущего немецкого производителя теплоизоляции из силиката кальция Silka. В каталоге Flamman можно найти высококачественные технологичные каминные топки из Баварии Brunner, дымоходные вентиляторы Exodraft из Дании, высококачественные изразцы из Германии Kaufmann Keramik. Компания – эксклюзивный поставщик немецкого производителя качественных и современных систем конвекции Sibitech.